Вот то, что у нас лес порезали возле дороги, это еще ерунда. Вот тут посмотрите, я чуть глубже зашел. И это не первая делянка. Я пришел оттуда, и там тоже много чего порезано. Судя по следам, сюда приходил трактор. Вот. И совсем недавно это пилили, судя по всему. Ну, листвы уже нету, соответственно, на деревьях. Поэтому... И такие хлысты пооставляли вообще. Это просто зажиравшиеся. Вы посмотрите. Это вот пиленые... Это животное какое-то прошло. Это вот пиленые лежат. А вот, к примеру... О! А что бы это не забрать-то? Нет, блин, бросили. Ну ладно, там елка. Но суть не в этом. Я смотрю, сколько верхушек. Раз верхушка, два верхушка, три верхушка, четыре верхушка, пять верхушек, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, минимум 11. 12, наверное, 13. Вот так наш лесник работает. А то ездит только. Свинок кормит. Блин, вот постоянная лужа здесь. Она на самом деле уже просто задолбала. Надо, короче, ее попробовать осушить, чтобы она куда-то уходила. Здесь уже как-то пытались это сделать. Но я сейчас сделаю поконкретней. Да, Кир? Вот, иди пока погуляй. А мы сейчас сделаем тут канавку, чтобы вода уходила. Во! Это же другое дело. Да? Блин, не утонуть бы здесь. Обычно кораблики весной пускают. Вот. Но я что-то решил осенью. Сейчас мы еще поглубже тут сделаем, чтобы она побольше уходила. Так, что тут вот стало?
кабанчик. Тащи кабанчика сюда. Давай. Ну и всего. 2 часа работ на самом деле, лужи нету. Сюда бы, конечно, камней привезти. Но надо субботник устроить. И прям это дело. И все, и давай, давай, давай. Какая разница, где сидеть и это делать? За столом или в поле? Не-не-не, не надо делать, не закапывай. Мы же специально раскопали, чтобы водичка ушла. Видишь? Вот. Вот тут на самом деле самое глубокое место-то. Надо было здесь, короче, рыть. Ну вот так вот, господа. Тут мы сделали маленькую траншейку. Там все будет протекать. И в итоге потом это все в очередную канаву уходит. И здесь как-то это распределяется. Вот. Вот тут маленькая затырка. Сейчас мы придем. Или вон Кирочка сейчас прокопает. О. Уже пошла копать. Молодец. Я бы без нее на самом деле не справился. Так что ее благодарите. Ой. Проверяет, насколько везде тут что течет. Ну вот. Прекрасно. Трубу сюда, конечно, вкопать. Надо будет подумать, где-то у меня была. Точно, 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 точно. Так и сделаем.